дел сегодня просто вагон. Всем приветик, меня зовут Лиза, вы попали на мой канал. Сегодня, ой, блин, чуть не упала. Сегодня я снимаю, как обычно, дневник 11-классницы, показываю свою учебу. Это видео вообще нетипично, потому что обычно я всегда начинаю с самого утра, показываю там свою утреннюю рутину, как я иду в школу и так далее. Но сейчас я уже пришла со школы, и вообще этого видео не было по плану. Я не хотела ничего сегодня снимать, но тут у меня пришло какое-то вдохновение прям дикое, что я хочу что-то снять. Я решила снять этот влог. Скорее всего, это будет целых 2 учебных дня, то есть вот сегодняшний остаток и завтрашний. Все буду показывать. Сейчас я, кстати, отправляюсь на вальс, на репетицию. Улица трэш, тепло. Я иду в такой вот курточке. И очень хорошо светит солнышко. Сегодня в школу ходила в одной кофте. Такой, знаете, типа зипки. Я вернулась с вальса. Сейчас прекрасная погодка, просто офигительная погодка на улице. И я буду учиться. Конечно же, это стади-влог. Первое, с чего мы начнем. Во-первых, начнем с того, что у меня сегодня уроки были в 11:40, и с утра я посмотрела вебинарчик 1 час. Что я буду сейчас делать? Во-первых, да, я все еще готовлюсь к зачету по 20 веку. Буду повторять Брежнева. А по праву нужно повторить скрипты по гражданскому праву. У нас вроде 2 вебинара, да. Как я повторяю, я пересказываю сама себе тему, ну, по истории, соответственно, это понятно, пересказ по общаге, стараюсь определение сама воспроизвести и просто теорию тоже рассказать сама себе. Прикол в том, что у нас еще не растаял снег, смотрите, сколько его, но на улице уже офигенское тепло, светит прекрасное солнышко, такое, где оно, вот оно. В общем, красота. Ну и кроксы, просто замечательно. Кроксы. Этот человечек смотрит все мои видосики на YouTube, и она попросила ее снять. Что? Я по факту говорю. Передай привет. Она на YouTube. Привет. Это моя сестра. Ой, я повторила 2 скрипта по гражданскому праву. Повторила Брежнева. О май гад, да, на самом деле это тяжело, потому что ты вот так вот ртом говоришь, ла-ла-ла-ла-ла. Сидишь, я час, наверное, сидела, все говорила, сейчас хочу сделать активность одну, что-то устала уже учиться, нужно как-то расслабиться, рука трясется, сейчас покажу, куда мы с вами пойдем. Мы отправляемся в одно очень классное место. Нам нужны наушники, нам нужны спортивные кроссовочки, и нам нужна счастливая Лиза. Погнали! На улице уже вот так вот темно. И я только вернулась, проехала 12,5 километров. Сначала каталась одна, потом встретила Альбину. Точнее, как встретила, позвала тоже покататься. Вместе с ней погоняли. Вообще забыла про телефон, не снимала ничего. Ну ладно, дело тут не в этом. Офигенско покаталась. Велик для меня — это универсальный способ расслабиться. И реально, я вам сейчас говорю, расслабиться. Потому что именно переключиться вот с этого вот мыслительного процесса на такой вот расслабляющий. Голова чистится, физическая нагрузка — это всегда хорошо, свежий воздух вот так вот влияет. Сейчас я покушаю, очень проголодалась, попью водички, очень хочу пить, и буду продолжать учиться. А что если просто взять и уснуть в 8 вечера, забить на вторую часть, забить на вебинар и просто уснуть? Ладно, погнали учиться. Поднимаем себя с кровати и идем
делать дела. У меня горит дедлайн по второй части по общаге. Села я, начала писать. Поняла, что сейчас состояние никакое. Хочу спать, очень устала. На часах 9 вечера, она хочет спать. Окей. Поэтому я забиваю на вторую часть, забиваю на дедлайн и просто иду спать. Уже умылась, смыла макияжик. Сейчас расправлю кровать и просто лягу в 9 вечера. Что по завтрашним планам? У меня завтра один урок по расписанию. Пойду ли я в школу? Не знаю, посмотрим. Посмотрим по настроению. Возможно, я не пойду и буду просто целый день учиться дома, делать вот эти все свои должочки, вторую часть и так далее. Там куча дел всяких разных. Поэтому спокойной ночи, я пошла спать. Я, кстати, в последнее время очень рано ложусь. Вчера легла в 10:40, позавчера вообще в 9, и сегодня опять, ну сейчас пока тудым-сюдым, где-то в 9:30, это очень рано. Спокойной ночи, до завтра! Большой приветик, и это второй день моего влога. Я все-таки решила, сейчас поставлю камеру, сегодня остаться дома, никуда не ходить, потому что, ну блин, смысл идти на один урок, смысла никакого нет, лучше уж я попродуктивничаю дома, что-нибудь поделаю полезное. Дел сегодня просто вагон, я вам сейчас зачитаю рэпчик. Итак, что мы имеем? Вторая часть по обществу, вебинар «Семейное право», тест по семейному праву, урок «История» 1 час, урок «История» 1,5 часа, тест по истории и русский 1 блок. Ну, как вам сказать, это дофига, это реально дофига. Погнали учиться! У нас на улице вот такое вот прекрасное солнышко, супер-пупер тепло, но пока что я буду учиться дома. Там, где я сижу, обычно в коконе, там еще не светит на именно то место солнца. И так, немножко прохладненько, поэтому начинаем учиться дома. Думаю, сейчас сяду на кроватку, напишу вторую часть, та самая вторая часть, которую я вчера не сделала. Кстати, выспалась я просто офигенно. Мне очень понравилось спать 11 часов. Это великолепно. Погнали писать вторую часть по общаге. Так, вторая часть доделана. Делаю в последнее время реально вторые части налегке, даже 20-е задание. В принципе, довольно оптимальненько. Сейчас отправится. Следующее, что я буду делать, буду смотреть историю. У нас повторение. Кстати, я вот так по всем папкам расклеила такие бумажки, чтобы было удобнее. У нас повторение. Буду пробегаться опять-таки по своим старым скриптам. Сегодня у нас дворцовые переворотики. Екатерина II. Так, все, домашка отправилась. Вот так. Вот это я вчера смотрела, и мне вот осталось тут буквально чуть-чуть, ну, часик плюс-минус. И потом там еще один есть урок на 1:30. Поэтому погнали смотреть. Я вообще человек, который не может постоянно находиться на одном месте, например, учиться, что-то делать вообще в одном месте, поэтому я постоянно путешествую со своей учебой, иногда учусь на кровати, сейчас вообще учусь на улице, тоже постоянно в разных местах, иногда там на скамеечке, иногда в коконе. За столом практически вот сейчас вообще не учусь, и это так офигенно, потому что ты постоянно меняешь точки, тебя это, знаешь, знаете, как бы не задал
останавливает, можно так сказать. Ты постоянно в разных местах, постоянно меняешь вот эту вот обстановочку. Иногда я учусь, кстати, в кафешке. Очень давно не училась в кафешке, нужно будет сходить. Может быть, на следующей неделе обязательно нужно это сделать. My vibe — это что-то прекрасное. Пришла на улицу, вот начала уже второй урок смотреть, видно, не видно. Посмотрела 35 минут из часа 30. Сейчас буду продолжать смотреть про Екатерину прекрасную. Вообще можно сидеть там, на вот этом коконе, но там не светит солнышко, поэтому я сижу здесь. Так, я решила тестик по истории. У меня 83%, вообще супер. Сейчас тут вот сижу, вот так вот на улочке. Я вообще не понимаю, по прогнозу у нас 10 градусов, но мне супер тепло, светит солнышко. Даже я бы сказала жарко, сейчас оно немножко зашло за тучки. И не так светит, но вот я сколько тут сижу, уже 3 часа. Максимально жарко и очень-очень хорошо. Сейчас я хочу отдохнуть, уже задолбалась это все делать. Я пришла с магазина, сходила за золотым яблоком, там штучка с адресом, поэтому я ее закрыла. Сходила за золотым яблоком, это подарок моей подружке, у нее скоро день рождения, 18 лет. Также купила еще папе и двоюродной сестре такой пакет обшарпанный, он у меня порвался, блин, бесит. Ну, в общем, максимально на хорошем таком вайбе все купила. Все хорошо, подарки готовы. У меня эта неделя happy birthday, потому что завтра день рождения двоюродной сестры. Послезавтра день рождения подруги. Она приезжает, это как раз та самая подруга Даша, которая ездила в Череповец. Она приезжает сюда, домой. И еще и день рождения папы, то есть 14 апреля и у папы, и у подруги. В общем, вот так вот. Что-то я так подустала, видите, какая-то замученная вся. Ой, нужно сейчас что-нибудь придумать и как-нибудь отдохнуть. Сейчас открою посылку, включу музыку, будет, короче, кайф. Уже распаковала посылочку, себе, конечно же, заказала вот такой бальзамчик, вот Pure Pau Pau. Давно его хотела и почему-то не покупала хотела сказать, с апельсином, блин, с арбузом. И вот, что у меня подруги. Во-первых, это маска от Darling, потом пенка от Fruity. Маску Darling я обожаю. Такая пенка от Fruity. Блин, Васёнка пришла, привет. У меня этот обзор. Потом такой скраб от The Art. У меня тоже есть, но только не с коллаборацией золотое яблоко, а обычный кофейный. Этот, по-моему, у нас идет соляной какой-то, да. И вот такая масочка милая. Organic Kitchen я вообще обожаю. Сверху также я порвала. Положу вот так все красивенько. Носочки. Носочки такие, знаете, на рофле. Потому что подруге 18. Думаю, я их когда увидела, думаю, 100% мне их надо. А вот еще такую штучку. И здесь будут сверху лежать полароиды. Наши с ней милые всякие. Очень-очень мило. Так все красиво уложу. Все будет в этой коробочке. Немножко посидела, посмотрела русский. Тут у нас лексика, всякие разговорные, фразеологизмы. Ну, в принципе, нормально. Посмотрела где-то половину блока. Там осталось у нас в конце блока обычные повторения и паронимы. Думаю, посмотрю это завтра в школе. Поэтому русский, я считаю, тоже закончила. Солнце уже село, там оно за елочками. Вообще такая красота, так лучики. Ходит красиво. В общем, чилю.
Ехала даже без наушников, просто наслаждалась моментом. Знаете, последнее время, последние недели, последние вообще с этим ЕГЭ, я или учусь, или я где-то в обществе, и постоянно какое-то воздействие, даже не успеваешь вот отдыхать, как-то вот как мозг, чтобы он просто отдохнул без какой-то обработки информации, потому что реально постоянно или ты с кем-то общаешься, или ты что-то учишь, и везде вот нужно обрабатывать как-то информацию. А здесь я просто даже и без музыки, когда музыку слушаешь, ты тоже по факту обрабатываешь определенную информацию, а тут ты едешь абсолютно без любого воздействия, слушаешь эти звуки природы, смотришь на закатик, рулишь, еще и физическая нагрузка, это офигенно. После того, как я покаталась на велике, успела посмотреть еще двухчасовой вебинар по семейному праву, сделала тестик, делала уже на последних силах, но был дедлайн, поэтому нужно было обязательно посмотреть этот вебинар. Все сделала и супер уставшая пошла спать. Вы не представляете, как после велика, после катания, ты прям ложишься на кровать и тебя просто вырубает. Поэтому спасибо за просмотр этого видео. Всем пока-пока!